Останні події в баскетбольному світі і чемпіонаті України, зокрема, не обійшли і один із найтитулованіших клубів країни – «Азовмаш». Про від'їзд легіонерів, про виступ у лізі ВТБ, психологічний стан гравців і нинішній фінансовий стан клубу розповів головний тренер Звєздан Дмитрович. Ми, які стараємося, все нормально. І дуже, я думаю, ми договорилися, то, що договорилися, поки все виконуємо. Мы сделали команду вообще неплохую сейчас и начали тренировать, но, к сожалению, вся эта ситуация, все прекрасно понимаем, что не было возможности остаться в этом составе. Что бывает, и разных вариантов, американцы испугались, там пару них, это как так решено, как весь лига, я думаю, только что остался, будет Вельник, Химик и Николаев с легионером. Как тренируем, это как для меня, тоже как для тренера, чуть-чуть ситуация такая непонятна, но я остался работать. Я здесь 12 лет, видно, ничего меня не может здесь подвигать. Шучу, но нормально, серьезно работаем. У нас очень сложный график, это проблема. Так если бы время было, может быть, что-то успели и с дублерами сделать. У нас каждые два дня игра, сейчас у нас еще три игры. ВТБ, мы будем доигрывать ВТБ, только что, к сожалению, это будут все въездные игры в Россию за счет команды российских, и потому что они должны были здесь у нас. Это плохо, потому что наши болельщики, фаны не будут видеть хорошие команды, и тоже для нас будет тоже сложновато лететь туда-сюда и терять силы с таким, понимаете, ростером, где сами все прекрасно понимаем. Но мы будем как спортсмены до конца остаться играть и эту лигу, и эту лигу. Было очень сложно и тренироваться, когда это прошлой неделе, когда вообще было как очень плохо. У меня есть опыт еще из Югославии, и очень неприятные вещи. И нормально, очень сложно сконцентрироваться, но я считаю, когда было бы, если бы было еще больше и мысли, как, если мы когда пришли на площадку, наш думаешь, что баскетбол и это все вещи плохие, отходят в ту сторону, и есть какой-то, ты два часа тренировочных стараемся, чтобы были в анетах. Тоже помогает какие-то стрессные ситуации. Сейчас как было какая-то, успокоилась чуть-чуть в отношении, как и был, не сильно успокоилась. Ничего не успокаивается, но сложно есть. Но все время стараемся, чтобы мы были фокусированы на баскетбол. Ух, я сказал не о политике, пожалуйста. Я не политик, я тренер.